Воронежцы выигрывают вбрасывание в чужой зоне. Никулин выезжал на ворота. Шайба взмыла в воздух. Подхватил ее Подшивалов. Несколько раз развернулся, подключил партнера. И бросок, добивание рядом со штангой. Снова еще один бросок и гол! Из-за ворот, похоже, от щитка голкипера все-таки забрасывает эту шайбу Дмитрий Возовик. Случилось. Давайте еще раз смотреть на повторе. Вот здесь Никулин из-за ворот выехал. И хорошую, зрячую передачу такую на пятак делал. Ну, про передачу бросок. И вот здесь Возовик, казалось, уже в пустые ворота должен забрасывать, но... усложнил немножко себе задачу, но с гордостью ее и с умением решил. А ну, кстати, все-таки, наверное, даже не мимо ворот первый раз шайба пролетела, а все-таки Данил Кудашев спас свой коллектив. Ну, а сумели воронежцы шайбу сохранить в чужой зоне. Гловацкий. Снова Артемов. На Евсеенкова. Тот показал бросок. Но здесь подключил Артемова. Передача, бросок, добивание, гол! 2-0! Прекрасно реализованное большинство. Отскок Дмитрий Огурцов, который в большинстве выступает в роли такого столпа перед воротами соперника. Несмотря на то, что является защитником. И вот здесь в нужное время, в нужном месте продемонстрировал свое голевое чутье Дмитрий Огурцов. И вот защитники сегодня забивают исключительно за... воронежский коллектив. Перехват воронежцев в средней зоне, но при этом собственной атаки там не получилось. Молот. Хорошую атаку здесь нарисовал. И вот они, братья-близнецы здесь. Разыграли все как по нотам. Поехали воронежцы меняться. Подловили их на этом хоккеисты Молота. И разыграли здесь действительно все как по нотам. Тем не менее, атака продолжается. И подустала вот уже эта пятерка воронежцев, безусловно. Довольно долго они обороняются. Обороняться всегда сложнее. Возовик высоко выезжает. И вот здесь какое подставление и гол. 2-2 сравнивается у нас счет. И это снова Владислав Ушенин. Дубль. Закрыли в зоне соперника. Повозили довольно долго. И в итоге, ну, шикарная передача и шикарный гол. И снова это вдвоем организовывают вот эти вот братья-близнецы Ушенины. Вячеслав на Владислава. 2-2. Подустал он, конечно. Довольно долго на площадке находится. И шайбу отдал партнеру. Сам поехал меняться. Передача назад. Шубин. Вошел в зону. Обратную передачу получил. Шубин! 3-2. Ну вот и выстрелил в итоге. Лучший бомбардир своей команды Алексей Шубин устанавливает окончательный счет в этой встрече. Несмотря на то, что воронежцы начали со счета 2-0 в этой встрече, в итоге в овертайме уступают 2-3. Еще раз смотрим. Шубин, да, все сделал очень-очень классно. Поздравляем болельщиков с Молота с этой победой. Набирают они очередные 2 очка. Но болельщиков Бурана призываем не расстраиваться.